Не слышите? Ничего не слышу. Грохочут. Сапоги. Я не могу. Я не могу работать в такой нервной обстановке. Согласитесь, от качества полового покрытия зависит многое, в том числе и ваше психологическое состояние. Поэтому в период косметического или капитального ремонта закономерно возникает вопрос о правильности выбора нового материала для пола. Сегодня в программе «Отличное предложение и умные советы от магазина «Наполь»» рассмотрим в качестве примера самый популярный вид напольного покрытия – ламинат. На сегодняшний день магазин «Наполь» представляет этот вид отделочного материала в самом богатом ассортименте. Разнообразие цветовой гаммы, имитация различных материалов, классов прочности помогут сделать выбор увлекательным и приятным. Отмечу, основные преимущества ламината – это легкость его укладки, простота ухода, долговечность, влагостойкость, негорючесть. Итак, при выборе ламината стоит уделить максимальное внимание классу износостойкости и дизайну. Класс прочности присваивается производителем по результатам тестов на степень истираемости. Чем выше показатель устойчивости ламината, тем выше будет его класс. Какие классы существуют и каким образом они применимы в ремонте различных помещений? Например, в спальне, гостиной и детской интенсивность прохождения очень мала, поэтому достаточно выбрать ламинат 31 класса. В кухне и прихожей при интенсивном хождении 32 класс. При повышенной нагрузке в коммерческих помещениях, складах, магазинах, аэропортах применяем ламинат 33 класса. Ну а при самых тяжелых нагрузках в коммерческих учреждениях делового спектра понадобится это половое покрытие 34 класса. При выборе ламината следует запомнить, первая цифра класса определяет тип помещений, к которому ламинат будет предназначен. Вторая цифра класса определяет возможную интенсивность хождения по ламинату. Чем выше вторая цифра, тем больше можно ходить по полу, не боясь его быстрого износа. Разобравшись с классами и их предназначением, возникает следующий вопрос по способу крепления ламината. Хороший вопрос. Многие даже не подразумевают о том, что ламинат отличается еще и по способу крепления панели. Существует клеевое и бесклеевое крепление. В настоящее время большую популярность пользуется бесклеевое соединение. Панели просто защелкиваются с помощью замков. Такой способ крепления экономит время при укладке, не требуя каких-то специальных инструментов и знаний, а также делает возможным демонтаж и повторную укладку в другом месте. Для каких целей ламинат укладывается на подложку? Ответ очевиден. Подложка необходима для избежания шума и как теплоизоляция. Кстати, в нашем магазине покупатель с легкостью подберет для понравившегося ламината и подложку. Этот материал также в различных вариантах у нас представлен. Хочется отметить еще один критерий представленного ламината в магазине «Наполь» – это его дизайн. Здесь можно встретить это половое покрытие не только имитирующее дерево, камень или металл, но и самую модную тенденцию. На сегодня ламинат под состаренное дерево, а также разнообразные геометрические или художественные рисунки для решения самых дерзких дизайнерских проектов при оформлении интерьера. Богатство выбора предлагаемых моделей ламината – это то, что нужно для правильного выбора. Поэтому, не раздумывая, приходите в магазин «Наполь» по улице Гагарина, 17А, нулевой этаж.